расскажу тебе притчу. И сейчас, чтобы это лучше прочувствовать, ты можешь даже на минутку прикрыть глаза. И вот представь такую ситуацию. Идет человек по лесу. По неосторожности, по невнимательности он спотыкается и начинает падать. Он падает в глубокий темный колодец. И каким-то чудом ему удалось зацепиться за веревку или канат, который был в этом колодце. И он повис где-то посередине, и когда глаза привыкают к темноте, он начинает оглядываться вокруг. И что же он видит? Он видит, что на дне этого колодца живет ядовитая змея, которая его уже заметила и ждет, когда ты упадешь вниз. Человек смотрит наверх и видит, что тот канат, на котором он сейчас висит, его грызут два мышонка, белый и черный. И человек начинает понимать, что рано или поздно эти мышонки сделают свою работу, и конец в целом-то неизбежен. Либо сил не хватит держаться, либо мышата сделают свою работу, но рано или поздно ты окажешься на дне, и там тебя ждет ядовитая змея. И человек оглядывается по сторонам, и что же он видит? Он видит, что на высоте, где он повис, пчелиный улей, и человеку становится очень интересно попробовать на вкус этот колодезный мед. И вот, держась одной рукой, он начинает тянуться, чтобы дотянуться до улья. И, конечно же, пчелы кусают твою руку. А что же им еще делать? Ну вот, тебе удается добыть несколько капелек этого меда. И ты облизываешь свои покусанные пальцы и думаешь про себя: я еще никогда в жизни не пробовал настолько сладкий мед. И когда кто-то проходит сверху, мимо этого колодца, и видит тебя в этой незавидной ситуации, предлагает руку помощи, ты отказываешься. Ты говоришь: прости, но я пока еще не готов. Все классно, этот мед такой сладкий, я хочу доесть его до конца. Это притча, которую часто Будда рассказывал своим монахам. И он говорил, что это так выглядит жизнь любого человека. Вот представь, давай разберем эту метафору. Каждый из нас, рождаясь, попадает в довольно незавидную ситуацию. В конце каждого из нас ждет неминуемая смерть. Кто такие белые и черные мышата? Это день и ночь, которые сокращают время твоей жизни. Рано или поздно они перегрызут этот канат, или ты больше не сможешь держаться. Что же такое этот пчелиный улей и мед? Это символ чувственных удовольствий. Каждый человек здесь, на этой земле, в некотором смысле как наркоман, подсаженный на чувственные удовольствия. На вкусную еду, на секс, на впечатления, на шопинг, на вот все вот это. Нам кажется, что в этом смысл жизни, смысл в том, чтобы все время получать все больше, больше, больше удовольствий. Но, возможно, ты уже заметил, что каждый раз, когда мы в погоне за удовольствиями, пчелы нас кусают. Боль и удовольствие – это две стороны одной монеты. Но почему же мы отказываемся от помощи? Потому что мы не знаем ничего за пределами этого колодезного мира. И просветление – это движение на выход. Это движение к освобождению из этой ситуации. Так что же такое просветление? Мы используем слово «просветление», но на языке пали это слово звучит как «бодх» или «бодхи». Собственно, отсюда и пошло название «бодхгая». И буквально это слово означает «пробуждение». Мы пробуждаемся. Так от чего же мы пробуждаемся? Будда говорил, что мы пробуждаемся от невежества в момент просветления. Каждый человек живет в невежестве. И опасность в том, что мы даже этого не осознаем, мы даже это не понимаем. Ну, то есть глубина этого невежества, она такая большая, что мы даже не понимаем, что мы живем в невежестве. В чем же заключается это невежество? В так называемых четырех искажениях восприятия реальности. То, что
нам кажется постоянным, постоянным не является. То, что нам кажется красивым, красивым не является. То, что, как нам кажется, приносит счастье, счастье не приносит. И то, что нам кажется личностью, личностью не является. И невежество — это фундамент, из которого вырастает еще два загрязнения, которые в той или иной степени есть у каждого человека. Это омрачение жадности и омрачение ненависти. Так вот, пробуждение — это путь, который ведет человека от жадности, злобы, невежества в сторону щедрости, сострадания и мудрости. Это путь очищения сознания. И это действительно путь, и это постепенная тренировка. И Будда оставил нам инструмент, который помогает очищать наш ум от этих загрязнений. И по мере того, как практика медитации продвигается, человек проходит через ряд, это называется инсайты в практике. Да, инсайты — это как прозрение, как интуитивные осознания кое-чего про то, как на самом деле все устроено. И в процессе практики у человека возникает довольно сильный сдвиг в восприятии этого мира. В медитации выделяются два слоя реальности. Реальность концептуальная — это тот вот мир, в котором ты привык жить, где есть ты, есть другие люди, есть путешествия, и вот предметы разные, перемещения в пространстве, есть время, прошлое, будущее, семья. Ну, в общем, все то, что тебе хорошо знакомо. Но медитация говорит, что есть еще один слой реальности, и наша задача его открыть. И вот этот второй слой реальности называется реальность переживаний или предельная реальность. О чем это? Медитация говорит, что все, что на самом деле происходит с человеком за все время его жизни, каждый день, это не более чем переживания, которые возникают и исчезают на органах восприятия человека. У нас их несколько. 5, которые мы хорошо знаем с детства. У нас есть глаза, они видят, у нас есть уши, они слышат. Тактильность, которую мы испытываем через все тело, нос и рот. И 6-й орган чувств — это наш ум, через который проходят разные мысли, эмоции, ассоциации, воспоминания. Просто еще один орган чувств. Так вот, у человека есть 6 дверей восприятия. И все, что с нами происходит каждый день и в течение всей жизни, сводится к работе этих 6 органов восприятия. Если не веришь, ты можешь проверить, возникает ли что-то, происходит ли что-то за пределами этих 6 органов восприятия. Вот смотри, прямо сейчас ты слушаешь мой голос, и это переживание слышания, твои уши что-то слышат. Прямо сейчас ты идешь или стоишь, или сидишь, и в теле возникают физические ощущения. Это переживание тактильности. Глаза на что-то смотрят, переживание смотрения. Ум о чем-то думает, это переживание думания. Возможно, есть какие-то запахи или вкус. И это все. И каждый раз ты можешь заметить, что происходит чередование вот этих вот переживаний. И это не какая-то теоретическая интеллектуальная гипотеза. Это то, что ты с легкостью можешь проверить сам в своей практике. Ну, может быть, не с такой уж и легкостью. Для этого нужен определенный опыт практики. Я бы сказал, что часиков 100 медитации, и ты просто будешь знать по своему опыту, что это действительно так. Так вот, первый и очень большой сдвиг в восприятии реальности — это когда человек начинает видеть, действительно замечать, что всегда есть вот этот вот слой предельной реальности. И вот вопрос, а что... Почему мы так уверены вообще в существовании этого мира, который мы видим глазами, этих предметов, этих людей? Почему мы так уверены? Ведь мы даже никогда не пробовали материю. Посмотри, возьми любой предмет.
и кажется, вот я взял кусок коры, да, есть какой-то кусок материи, который я держу в своей руке. Но на самом деле, что происходит? Это переживание тактильности, это переживание смотрения. Я могу ее даже попробовать на вкус, будет переживание вкуса. Я могу думать про эту кору, это будет переживание думания. Ключевой вопрос здесь следующий. А эта кора вообще существует? Или существуют только мои переживания, мои субъективные переживания, связанные с этой штукой? Да, практика медитации — это очень глубокая история. И она ведет к вот этому сдвигу восприятия. Чем-то это похоже на то, как долгое время люди были уверены, что они все знают, все понимают, они исследовали законы физики, они в этом разобрались, они установили какие-то закономерности, и мы в школе решали эти задачки про поезд, который двигается из точки А, и когда там они встретятся. Ну а что дальше? А дальше открыли квантовый уровень. И вдруг оказалось, что все несколько сложнее, чем нам всегда казалось. И все вещи, которые нам кажутся твердыми, если в них приглядеться поглубже, все это состоит из каких-то мельчайших частиц, которые не подчиняются законам классической физики, которые ведут себя, откровенно говоря, странно, то как волны, то как частицы. И, честно говоря, ученые до сих пор еще особо-то ничего не поняли про этот квантовый мир. Так вот вопрос, а что более реально? То, каким мы видим мир глазами, или то, каким его видят ученые свои сверхточные микроскопы? Будда говорил, что люди находятся в неведении, в заблуждении, в непонимании. И помнишь эту притчу про колодец, про нашу тягу к этому меду? Единственная причина, почему мы так одержимы этим медом, в том, что мы живем в невежестве. Мы просто не видим, мы просто не понимаем. Это похоже на то, как мы все рождаемся в 3D-очках. Вот расскажу тебе одну историю. Этим летом с женой мы гуляли по набережной и увидели там такое, в общем, аттракционы в 3D-очках. И можно было выбрать игру. Я выбрал игру «Бешеные качели». И вот ты одеваешь эти 3D-очки и тут же попадаешь в какую-то другую реальность, в другое измерение. И вот в этом измерении действительно гигантская качель раскачивается, и ты чувствуешь вот это вот ощущение свободного падения, ты летишь, огромная амплитуда движения, эта качель запускается с какого-то небоскреба. И почему она бешеная? Потому что в один момент качель начинает ломаться, все выходит из-под контроля, и просто полный трэш. И честно, меня начало подташнивать. И на какой-то краткий момент я снимаю эти 3D-очки, и что же я вижу? Я смотрю на свои ноги. И я вижу, что ничего не происходит вообще. Тело просто сидит. Я никуда не лечу. Я не падаю. И мы вообще никуда не двигаемся. В этом кресле тело делает лишь такие маленькие микродвижения. Вперед, назад и в стороны. И я одеваю вновь очки, и там ужас. Мы куда-то снова летим в какую-то бездну. Я снимаю очки, и тело на месте, и мы никуда не двигаемся. Вот представь, что каждый человек рождается в таких вот очках. И проблема в том, что мы никогда их не снимаем. И поэтому мы воспринимаем все за чистую монету. Тот мир, который мы воспринимаем глазами, нам кажется абсолютно реальным. Кстати, можно было там выбрать другие игры. Там была игра про подводный мир. Я бы мог выбрать быть рыбкой. И вот представь, человек, который родился в 3D-очках, и в этих очках он рыбка, ну, он, собственно, живет в этой реальности. Ему надо от кого-то убегать и на кого-то охотиться. Вот так вот это все устроено. И пока ты не снимешь хотя бы на один краткий миг эти очки, ты не увидишь, как на самом деле. И путь просветления начинается как раз с того, что однажды, буквально на одну секунду,
в твоих 3D-очках сначала возникает рябь, а потом ты видишь проблеск того, как оно все есть на самом деле. Самсара. Ты слышал это слово? Как минимум в той самой песне Басты «Самсара». Что же это такое на самом деле? Само это слово буквально означает блуждать. Ну, блуждать, бродить, когда нет цели, нет какой-то задачи великой. Вот как порой люди приезжают в торговый центр, просто чтобы скоротать время. И они ходят от одной витрины к другой, и потом в кафе, и потом в кино, и потом в туалет, и потом еще куда-то. Блуждание. И так вот проходят жизни людей. Человек рождается, его зомбирует общество, ему внушает какие-то там вот, что тебе надо делать, как быть успешным. Человек начинает учиться, чего-то достигать. А потом старость, болезнь, смерть. Жизнь заканчивается. И в этом колодце ты вновь падаешь на дно, а тебя там ждет змея. И самсара — это о том, что, собственно, в момент смерти ничего не заканчивается. Да, это тело, оно все отслужило свое, но жизнь не заканчивается. И после смерти возникает следующее рождение. И это рождение соответствует карме человека. И то состояние ума, в котором человек умирает, предопределяет, каким будет следующее рождение. И вся эта карусель продолжается до бесконечности. Причем, если верить Будде, то далеко не факт, что следующее рождение будет таким же классным, как это. Все зависит от того, как ты проживаешь эту жизнь. Зависит от того, накапливаешь ли ты благочестие или творишь всякую дичь. Да, ну, ты можешь родиться человеком, но инвалидом. Ты можешь родиться человеком, но чья жизнь больше похожа на ад уже при жизни. Но ты можешь родиться классно в хорошей семье и быть красивым, и быть успешным. Ты можешь родиться еще выше в бестелесных сферах. Всего выделяется много вот этих вот слоев реальности, в которых существа могут воплощаться. Но основная идея такая, что где бы ты ни воплотился, ты рано или поздно снова умрешь, и все это повторится опять, и опять, и опять, и опять, и до бесконечности. Когда Будду спрашивали, как долго все это уже продолжается, на это он ответил притчей. Он сказал, представь самую высокую гору, ну, Эверест, наверное, и представь, что раз в 100 лет пролетает птица с шелковым платком в клюве и чиркает этим платком о вершину. Так вот, самсара продолжается столько, сколько потребуется лет у этой птицы, чтобы стереть эту гору до основания. Мне кажется, это очень метафорическое описание вечности. Никогда это не заканчивается, это длится в вечность. И количество подходов не ограничено. Ну, то есть, да, ты живешь сейчас эту жизнь, но представь на минутку, что у тебя до этого было еще миллиард самых разных жизней, и где-то ты был красавчиком. А где-то оступился, пошел не в ту сторону. И вот эта жизнь. И рано или поздно она закончится. Единственное, в чем ты можешь быть уверен, эта жизнь закончится смертью. И представь, что этим-то все не закончится. Будет еще одна жизнь, еще одно рождение. Ну да, допустим, человеком. И вот ты снова рождаешься. И вновь детство. И школа. И фишка в том, что из жизни в жизнь мы чего-то фундаментально не понимаем. Мы на очень глубинном уровне заблуждаемся в том, как устроена эта реальность. Мы видим этот мир глазами, и нам кажется, что все это реально, что все это существует. Но на самом деле эта реальность, она относительная. Так вот, по мере практики випассаны, ну вот это слово випассана, возможно, ты его уже слышал, а буквально это переводится как ясно видеть. Так, собственно, а что именно мы должны ясно увидеть? Выделяется 16 классических инсайтов випассаны, которые ведут человека
из состояния «ты обычный человек, как и все», к полному пробуждению. И, собственно, первый инсайт на этом пути – это когда ты на самом деле начинаешь чувствовать вот эти вот переживания, что все, что с тобой происходит, это переживания на 6 органах восприятия, ни больше и ни меньше. И следующие инсайты постепенно разворачиваются, и по большому счету все инсайты сводятся к 3 фундаментальным вещам. Это прозрение в природу реальности, это прозрение в универсальной характеристике этих переживаний. 3 слова, 3 характеристики – непостоянство, неудовлетворительность и безличностность, либо неподконтрольность, как еще одна грань этой характеристики. И о чем здесь идет речь? Идет речь о том, что все, что ты любишь, все, от чего ты зависишь, все, с чем ты борешься, все, кого ты ненавидишь, при ближайшем рассмотрении все это не более, чем переживания на твоих органах восприятия. Если сейчас ты видишь змею, мне не нравятся змеи, я боюсь змей, но на уровне предельной реальности это не змея, это твое переживание смотрения. И это мысли об этом. Да? Если ты видишь какую-то суперкрасотку и ты чувствуешь похоть, это переживание смотрения, это мысли об этом. Опять же, для этого нужно 100 часов практики медитации, ты будешь лучше меня понимать. Так вот, само это переживание, оно не постоянно, оно возникает и исчезает, оно неудовлетворительно. И это не ты, это переживание, это не ты, это не имеет к тебе никакого отношения. Да? И все, что происходит, это не более чем поток быстро меняющихся переживаний. И каждое из них непостоянно, неудовлетворительно в значении, что оно не может тебя осчастливить навсегда. Ну, то есть, да, бывают приятные переживания, есть мороженое – это приятно, заниматься сексом – это бывает приятно даже, да, и вкусная еда – бывает приятно. Приятные переживания есть, но они неудовлетворительны, потому что они все заканчиваются, они конечные. И это мороженое когда-нибудь закончится, понимаешь? И вот ты снова фрустрирован, и вновь ты ищешь что-то следующее, что теперь должно меня осчастливить. И всю жизнь мы что-то ищем, и так и не находим, и не найдем. Потому что этого нет в природе реальности. Неудовлетворительность. И безличностность. Опять же, по мере практики мы начинаем видеть, что эти переживания не просто происходят. Они вне нашего контроля. Это не ты выбираешь, слышать тебе эти звуки, думать ли тебе эти мысли. Чувствуют ли эти ощущения в стопах и в ягодицах? Эти переживания не просто происходят. И в обычной жизни мы присваиваем себе эти переживания. Мы говорим: это я, это мое, это для меня, это моя история, это моя жизнь. Но опять же, по мере того, как наше восприятие проясняется, по мере того, как происходит випассана, ясное видение, мы начинаем видеть, что да нет, это просто переживания, это не ты. И они не твои, и они не для тебя. И постепенно, постепенно до нас начинает доходить. Все то, что вызывало у нас жадность, все то, что нам так сильно хотелось, все то, что нас так сильно бесило и триггерило, оно все не стоит того. И с этого момента начинается движение в этом колодце наверх к освобождению. Оказывается, этот мед, он никогда не был таким уж сладким. Часто люди говорят: а что плохого? Это же так классно родиться еще раз. Это же просто супер. Но, друг, не спеши с такими выводами. Да, возможно, в этой жизни тебе реально повезло, мне повезло, и, возможно, тебе повезло, и вроде все хорошо, и ты еще пока жив и здоров, и молод, и есть благополучие. Но, во-первых, оглянись по сторонам, и особенно здесь, в Индии, ты видишь это очень наглядно. Далеко не всем повезло с рождением, и здесь на улицах калеки, бездомные и прокаженные, которые мечтают поскорее умереть. И если мы приглядимся поближе, то мы увидим, что даже в, казалось бы, успешной, классной, благополучной жизни очень много страданий, очень много стресса, очень много напряжения, плюс неизбежные болезни, плюс неизбежная старость и неизбежная смерть.
плюс неизбежные разлуки с близкими, потеря тех людей, которых ты любишь, потеря тех вещей, которые тебе дороги. И это все, я называю это базовый комплекс страданий, то есть это то, что ты не можешь отменить. Будут потери, и будут болезни, и будет старость, и будет смерть. И потом все это повторится еще раз. И часто люди недопонимают, что самсара — это тюрьма. Вот смотри, выбирал ли ты родиться в этом теле, у этих родителей, в эту историческую эпоху? Тебе кто-то вообще спрашивал, рождаться тебе, не рождаться? Все, просто по факту это уже произошло, и там где-то годам 20 ты начинаешь как-то отдуплять, а что вообще происходит, что здесь происходит? А потом ты уже взял ипотеку, и уже некогда об этом размышлять. И смотри, все повторится снова, никто тебе ни о чем не спросит, ты просто снова родишься. И мы были недавно в Непале с семьей, прогуливались по набережной озера с Наташей, с моей женой, и там был такой непальский парк аттракционов. И Наташа говорит: «Игорь, давай покатаемся на колесе обозрения». Я не фанат всей этой темы, ну ладно, жена просит, давай покатаемся. И колесо обозрения, ну оно такое, невысокое, может быть, 20 метров, и очень такое непальское, ну ладно. И вот мы в него сели, и мы делаем первый круг. И, собственно, ничего неожиданного, просто колесо обозрения, мы просто поднялись, ну да, какой-то вид, ну прикольно. Но что начало происходить дальше, было для нас крайне неожиданно. Оказалось, это не колесо обозрения, а это экстремальный аттракцион. И с каждым следующим оборотом он начинал крутиться все быстрее и быстрее. И это было очень стрессово, потому что... Но это большой перегруз, и страшно, и стрёмно, и главное, ты не можешь с него выйти. Вот самсара — это вот колесо обозрения. Казалось, что прикольно, сейчас кайфанем, но все оказалось совсем иначе. И вот оно уже крутится, и это непальские аттракционы, да? Лучше даже не думать, как они там, из чего сделаны. И я начинаю орать: остановите это, остановите это. Было реально страшно, ну, то есть без шуток. И никого нет. Вообще никого. И я просто ору в пустоте: остановите это колесо. И чуть позже меня догнало: так вот оно, самсара. Ты кричишь: остановите, я сойду. Но тебя никто не слышит. И это колесо крутится и будет крутиться до бесконечности. А тебе уже совсем не смешно. Мы сейчас находимся в Сарнате. Сарнат — это одно из четырех святейших мест буддизма. Именно здесь, вот в месте, где стоит ступа за моей спиной, Будда дал впервые свою первую проповедь, учение. И тем самым подарил Дхамму свое учение этому миру. И по большому счету именно с этого места начало распространение учения Будды по всему миру. И вот уже 2600 лет назад этот процесс продолжается и набирает обороты. Первое учение Будды было о четырех благородных истинах. В некоторых традициях Будду изображают как доктора, как лекаря наших душ. И сами эти четыре благородных истины, они сформулированы вот как доктора обычно это делают. Первая благородная истина звучит как диагноз, как проблема, как заболевание. И она звучит следующим образом. Есть страдания. И иногда в сети попадаются выражения в духе, что буддисты пессимисты, и они говорят, что там вся жизнь — это страдание. Но на самом деле истина звучит не так, что вся жизнь — это страдание. Она звучит как есть страдания. И действительно, надо быть слепым или надо носить розовые очки, чтобы не замечать, что в жизни каждого человека и каждого живого существа есть много страданий. И Будда перечислял следующие вещи. Он говорил, что болезни, старение, смерть, рождение — это все страдания. Разлука с тем, что тебе близко и дорого. Уход близких, уход родственников, потери. Уныние, страхи, апатия, депрессия, печаль, скорбь — это все страдания.
И я думаю, что мы в целом-то с этим и спорить не будем. Да, в жизни каждого человека есть много всего вышеперечисленного. Много моментов, когда мы чувствуем себя плохо. Разлуки неизбежные, потери неизбежные. И в конце жизни каждого из нас ждет смерть. И Будда говорил, что первая истина – это то, что нужно прям вот хорошо увидеть, прочувствовать, да, не закрываться от этого. Вторая истина звучит как причины, да, у всего есть свои причины, и есть причины страданий, и Будда говорит, что причина страданий в том, что человек постоянно цепляется за эту жизнь, что-то он отталкивает, что-то он пытается удерживать, и каждый человек живет вот в этой вот постоянной борьбе и напряжении. Каждый человек идет по жизни и строит свою идентичность, формирует эго. И у каждого человека это эго состоит из сотен, если не тысяч разных элементов. Семья, материальное положение, даже одежда, которую ты носишь, твои вкусовые предпочтения, и национальность, и взгляды, и политические, и футбольная команда. И вот если спросить у человека, ты кто, то у нас контента на целый час. Я вот Игорь, мне столько-то лет, у меня такая-то семья, я оттуда-то, отсюда-то. Каждый из нас себя чем-то отождествляет. И постепенно мы строим очень твердую сущность, которую мы называем собою. Я есть, и я вот такой вот. Так вот, Будда говорил, что вот это формирование твердой эго-сущности — это и есть причина страданий. И третья благородная истина, она сформулирована как прогноз, как перспективы, и звучит она так, что есть возможность прекращения страданий. У всего есть свои причины, есть причины, которые порождают страдания, и когда мы убираем эти причины, то и страдания тоже уходят. И что значит прекращение страданий? Это когда пропадает взгляд на себя как на личность, когда то, что нам казалось собою, мы получаем прозрение, ту самую випассану, ясное видение, что нет никакой зафиксированной личности, нет никакой вечной души. Да, личность возникает, когда мы просто невнимательны к тому, что происходит в настоящем моменте. По мере того, как ты углубляешься в практику медитации, все вещи, с которыми ты себя отождествлял, ты начинаешь ясно видеть, это все не имеет к тебе никакого отношения. Ну вот смотри, вот тебя как-то зовут, а меня зовут Игорь. Ну что вообще значит, что я Игорь? В каком смысле я Игорь? Игорь — это просто какое-то слово, которое придумали мои родители. Ты не находишь внутри никакого Игоря. Что значит, что тебе столько-то лет? Да, мне столько-то, мне 37, тебе столько-то. Когда ты в настоящем моменте наблюдаешь ощущение при дыхании, сколько лет этим ощущениям? Понимаешь? И чем глубже, тем больше ты видишь, насколько все, с чем ты себя отождествляешь, это не ты. Ты — это не твои мысли, и ты — это не ощущения в теле, и ты не эмоции, которые все время меняются. И по мере того, как ты слой за слоем, как чистишь луковицу, снимаешь с себя все вот эти вот уровни отождествлений, в жизни становится действительно все меньше и меньше страданий. И Будда учил тому, что если ты отпустишь чуть-чуть, в твоей жизни будет чуть-чуть меньше страданий. Если ты отпустишь побольше, в твоей жизни будет еще меньше страданий. И если ты отпускаешь полностью, то в твоей жизни исчезают страдания. И по большому счету учение Будды — это как раз о том, как выйти из этого бесконечного колеса самсары, как соскочить с этой карусельки, как прийти к состоянию за пределами страданий. И четвертая благородная истина звучит как рецепт. Да? Ну, то есть болезнь, есть причины болезни, есть прогноз на выздоровление и есть рецепт, есть план лечения, если хочешь. И план лечения — это восьмеричный благородный путь. И я не буду сейчас глубоко уходить в эту тему, но это, по большому счету, путь к просветлению,
это путь к практике. Это не удача, это не случайность. Это путь постепенной тренировки в трех вещах. Тренировка в нравственности, тренировка в щедрости, тренировка в мудрости. И это постепенная работа. В чем особенность Будды? Почему миллиард людей на этой земле поклоняются Будде как к великому учителю? Есть другие просветленные люди, но смотри, в чем нюанс. Просветленные, которые становятся просветленными, следуя учению Будды, у них есть четкая инструкция. Ну, то есть, вот практика, вот ты ее делаешь, и вот ты получаешь результат. Особенность Будды в том, что у него не было учителей. Да? То есть, до всего вот этого, до всех этих прозрений, до истины он дошел сам. Он открыл это самостоятельно, он нашел лазейку в этой матрице, он нашел путь спасения. И да, всем его последователям и глобально всему человечеству сейчас гораздо проще, потому что есть путь. И этот путь, он уже пройден многими людьми. Да, это уже такая проторенная дорожка. Но он был первый, кто... Нельзя сказать, что он изобрел это или придумал, он скорее открыл заново. Считается, что Будды приходят время от времени, каждые несколько тысяч лет приходит человек, который вновь открывает истину, которая вечная. Ну, то есть Дхамма, она есть всегда, и Будда не придумал ее, он ее заново открыл для человечества. И в этом смысле он сделал бесценный дар для каждого из нас. Он подарил нам возможность пройти по этому пути в гораздо более упрощенной степени, уже следуя конкретным инструкциям. И сердце вот этих четырех благородных истин — это так называемый закон созависимого возникновения. Ну, то есть, по какой причине эта самсара происходит уже в вечность? По какой причине живые существа вновь рождаются, вновь умирают? Вот что заставляет все это двигаться? Что выступает вот этим клеем, который удерживает здесь живых существ? Почему просветление, освобождение — это что-то настолько сложное, что доступно лишь единицам. Так вот, все, в основе всего этого лежит этот закон созависимого возникновения. И в упрощенной форме я постараюсь об этом рассказать. Да? Ну, то есть, почему глобально мы вновь и вновь рождаемся и умираем? Вот вспомни ту притчу, да? Колодец, мед и всю эту жизнь. Мы думаем, что смысл жизни — это добыть побольше меда. И почему так возникает? Потому что у нас есть невежество. Мы смотрим на этот мир, мы видим его глазами, какие-то вещи кажутся нам привлекательными, какие-то вещи кажутся нам отвратительными. Мы хотим побольше красивых, привлекательных вещей, и мы хотим убежать, спрятаться и воевать с тем, что нам не нравится. Так вот, невежество в основе этого в том, что наш взгляд, наше восприятие, оно искаженное. Мир на самом деле, он не состоит из людей, вещей, предметов и всего вот этого. Мир состоит из переживаний. И когда мы сонастраиваемся с вот этим вот уровнем базовой реальности переживаний, то вдруг выясняется, что здесь нет ничего, что имело бы смысл удерживать, потому что все эти переживания, они не постоянные. Они не удовлетворительные, они не подконтрольны, они безличностные. Ну, то есть ты не можешь их удерживать, даже если ты очень сильно хочешь. И одновременно с этим нет никакого смысла воевать и бороться с какими-то другими переживаниями, потому что они то же самое, не постоянные, не удовлетворительные и не подконтрольные. И смысл с ними бороться, они уже сами уходят, они исчезают. И по большому счету просветление возникает тогда, когда человек на супер-мега глубинном уровне, да, когда до него наконец доходит. Во всей этой вселенной нет ничего, за что имело бы смысл держаться и цепляться. И в момент просветления возникает такое тотальная сдача, тотальное отпускание.
И говорят, раньше, ну, времена были другие. Может быть, у людей была более такая легкая, хорошая карма. Это сейчас надо там что-то практиковать, ретриты, монастыри, интенсивная практика. А раньше, говорят, просто от одного слышания учения Будды люди просветлялись. Вот представь, ты просто послушал лекцию, все для тебя, все понятно, все по полочкам, и ты просветлел. И говорят, что многие люди в те времена просветлевали, услышав одну лишь фразу. И в этой фразе, собственно, квинтэссенция всего учения. Кто знает, может быть, сейчас это еще возможно, и услышав эту фразу, ты тоже освободишься. И фраза звучит следующим образом. Когда у Будды спрашивали, вот давай вот если кратко, да, вот в чем самая суть, вот основная идея, на это он говорил: во всей этой вселенной нет ничего, за что имело бы смысл цепляться. Поставьте плюсики, если вы просветлели. Ну, то есть, реально нет ничего, за что мы могли бы цепляться. Нет ничего, за что имело бы смысл цепляться. Но мы цепляемся, разве нет? Мы цепляемся за нашу жизнь. Для нас важно так много вещей. С чем-то мы боремся, что-то мы хотим привлечь. И то, и другое — это просто разновидности цепляний. И чем меньше мы цепляемся, тем больше в нашей жизни легкости, свободы, радости. Это путь, по которому мы идем. Так что же вот удерживает нас в этой тюрьме самсары? И почему самсара длится уже в вечность? И почему люди рождаются, умирают и не могут выйти из этой тюрьмы? Это крайне сложно, это удается единицам. Вот почему? Что нас здесь удерживает? Если в упрощенном виде, то следующее. Помнишь, я приводил вот эту метафору, да? Все мы рождаемся с этими 3D-очками, которые искажают наше восприятие, но мы этого не понимаем. Ну, то есть мы не знаем, что мы не знаем, и в этом проблема. И вот мы смотрим эту 3D-компьютерную игру, и там есть какие-то страшилки, и там есть какие-то объекты нашего желания. И мы фундаментально ошибаемся в том, как устроен этот мир. Мы не видим, у нас нет ясного видения. И вот ослепленные этой иллюзией всю свою жизнь мы к чему-то гребем. Нам кажется, что этот мед сладкий. Мы с чем-то боремся, мы что-то пытаемся, да? И по мере хода жизни мы нарабатываем карму. Карма — это наши действия, это наше состояние ума. И какую карму мы нарабатываем? Карму цепляния и карму отталкивания. Жадность, злоба и невежество. И с каждой жизнью мы, по сути, укрепляем эти тенденции ума. И вот жизнь подходит к концу, и человек умирает. Но со смертью умирает только физическое тело. И ты получаешь новое рождение. И в новом рождении ты берешь с собой то состояние ума, которое ты наработал. Все вот эти вот тенденции ума и жадности, и злобы, и, конечно же, невежества. И повторяется еще одна жизнь, и вновь мы чего-то фундаментально не понимаем, еще одна жизнь. И в каждой жизни мы гонимся за какими-то миражами, гонимся за успехом, за деньгами, за славой, нарабатываем новую карму, которая удерживает нас вот в этой клетке, в этом самсаре, которая заставляет нас рождаться снова. Потому что если ты умираешь с жадностью в уме или со злобой, то само это состояние ума возвращает тебя обратно. И в этом смысле количество подходов не ограничено. Учение Будды на самом деле гораздо более практичное, чем многим кажется. Ну, например, Дхаммапада,
одно из самых известных его собраний учений. Начинается вот первые два учения, звучат примерно следующим образом. Ум предшествует всему, что делает человек. За каждым действием, за каждым словом стоит намерение человека, то есть то, что побуждает его действовать и говорить. И вот Будда учит, что в зависимости от того, какое состояние ума, таким будут последствия. И если человек делает что-то из омраченного состояния ума, ведомый жадностью или злостью, или агрессией, или ревностью, или невежеством, то плоды, которые человек получит, будут горькие на вкус. Это будут страдания. В жизнь человека придут страдания, и это закон. Но если человек делает что-то, и на эти действия и слова он побуждается щедростью, осознанностью, добротой к людям, состраданием, то плоды этих действий, они принесут счастье. В жизнь человека придет благополучие, счастье, здоровье, процветание. Насколько это практично? Прошло 2600 лет назад, и этот закон, это закон кармы, собственно, этот закон, он не изменился. Это что-то вечное, универсальное, что действует и сейчас. И Будда учил всегда обращать внимание на то состояние ума, из которого ты принимаешь решения, делаешь выборы, совершаешь поступки, говоришь. И даже что происходит у тебя в мыслях, это тоже имеет значение. И согласись, в этом нет ничего сложного, но как редко мы обращаем на это внимание. Друзья, у меня в руках листик с этого дерева пробуждения. И на самом деле добыть такой листик здесь не так уж просто. Потому что тысячи людей сюда приезжают и хотят взять хоть что-то отсюда вещественное, что они могут увезти с собой. И с дерева запрещено рвать листья, и вообще даже трогать его запрещено. И только когда листик сам опадает, счастливчик, кто это увидел, заметил, может его подобрать. И мы для вас добыли несколько таких вот листиков. И я бы очень хотел кому-то из вас их подарить. И давайте, пусть это будет такой небольшой розыгрыш среди тех, кто оставит комментарий к этому видео. Просто поделитесь, как вам наш фильм, какие инсайты, что было удивительно, что для себя осознали. И среди тех, кто оставит комментарий, мы разыграем несколько листиков с дерева пробуждения и из Бодгаи. Доставим вам почтой.